В Актюбинской области из-за поднятия уровня реки Иргиз и сильного ветра едва не затопило село Куйлыс. Около 400 жителей эвакуировали. Волны были настолько высокими, что на участке в 10 метров прорвало защитную дамбу. Перекрыть место прорыва удалось в течение 2 часов. На месте все еще находятся 45 военнослужащих со спецтехникой. Помогли и местные жители. Всего в берегоукрепительных работах задействованы 100 человек. В районе, где сохраняется паводкоопасная ситуация, затоплено 144 дома. Два села Нура и Мамыр по-прежнему в воде. В регионе режим ЧС действует в 6 районах и городе Актобе. Волны были 1 метр в высоту и 5 метров в ширину. Были настолько сильными, что случился перелив через дамбу, и ее прорвало. Благо, устранили прорыв быстро. На сегодня берегоукрепительные работы ведутся на протяженности 2 километров. Ветер не стих, но сильных волн уже нет.